говорит в поездке. Почему это были приступы тревоги? Что? Страха, синдром паники. Могу показать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Через 300 метров на поверните налево, на улицу газеты «Луганская правда». Без курсов у меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Женщины всегда любят... Доктор Зобин, правда? Не портите прелюдию, да, продолжай. Так вот, на тех, кто ощущает, что им должны, и тех, кто ощущает, что они должны. И вот это самовосприятие, оно пронизывает все сферы жизни. От отношений в семье, на работе, до случайных знакомств. В радикальном варианте человек может сходу начать нагружать вас ощущением, что вы ему должны. Ну, вот сразу, с тоном претензии, которым такой человек разговаривает с миром, вы сразу слышите, знаете, бывает. Вы еще с человеком не знакомы, а он уже сразу вам что-то, ну, на кассе там решил. Да, уже ощущение такое, что ты что-то должен просто. Вот, и что это работает. Это называется на сложных щах. Да, так да, это работает. Все сразу раз и должны. Да, 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 абсолютно. Все вообще работает, конечно, вообще работает. А другие наоборот. А мазохистически подстраиваются. А что изволите? Только скажите, что я должен. Вот, я готов все, значит, подстроиться. Вы только, пожалуйста, да, да. Деньги нужны, пожалуйста, забирайте, все отдам. Вот. Но обычно. Только не ругайте. Да, 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 да. Только не убивайте. Так вот, но обычно все, конечно, гораздо мягче. Это я вычурно и карикатурно нарисовал. Вообще, и вообще главная сфера, где проявляется позиция человека в отношении долга, это деньги. Вот деньги — это главная сфера, в которой. Козлина, очень блядь. Ярко видеть, как это работает. Например, одни люди тут же готовы заплатить за всех. И им очень некомфортно, когда за них платят. Через вот есть такие люди, которые... Поверните налево, а затем поверните налево. Мне комфортно. Но есть такие, которым некомфортно. Есть халявщики. Подождите. Есть те, которые сразу готовы